Снимаю чемпионата. Снимай, моя хорошая. Среди друзья. Что? Среди собак ты. Как это? Братья наши младшие. Друзья, всем привет. С вами Денис Калипован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Сильно кричать не буду. Еще пока не уснула. Я что хотел сказать. Скоро же не за горами еврейские кучки. Пасха. Велик день. А? Да. И цены сейчас, наверное, ай-яй, как... Эй! Подпрыгнуть на мясо, там, на сало, на яички, на все дела. Сейчас пойдем, короче, ребята, сделаем такие красиво, зафиксируем, поинтересуемся, поговорим с людьми, что-то возьмем. Я сегодня без тачки, нам много не надо, вот нам просто много не надо. Сразу говорю, мы сейчас отсюда... Это ты мне говоришь? Да, тебе. Угу. Ну, денежь у тебя? Я тебе каждый раз говорю, что нам много не надо. Вот ты, ёшкин ты кот. Я что хотел сказать, мы сейчас возьмем здесь кусочек сала, может там пару сочных цибулин. Щука у меня лежит уже филированная, Марат уже на базе, короче. Так что мы сейчас едем готовить щучьи котлеты. Ребята, оставайтесь на канале, всем хорошей, замечательной погоды, правильно? Замечательного, великолепного черноморского настроения. Погнали, прокатимся по нашему таки базарчику одесскому. Так, солнышко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ох, и красота, и прелесть. Все, ну картошку нам не надо. Нет. Правильно? Все, гай-гуй. Ох, смотри, какая красивая. Шо? Капусточка. Молодая? Свежая. Скажи, у нас же у Миланька уже потихонечку кабачок есть. Да. Вчера мы купили, полтора осталось, может, возьмем. А, а почем кабачки? Кабачки. Ну. Вспоминай. 90-100? 100. 100. А в магазине сколько мы брали? 138. Ты откуда знаешь? Я помню, у меня, знаешь, какая память? Mm-hmm. Давай возьмем два, пусть будет. Правильно? Конечно. Свежак свежий. Вот такие маленькие, сочные. Ты хотела что еще? Цветную капусточку надо взять. Опля. А такая молоденькая, вижу, 70, 120, 110, да. Короче. Чем мельче, тем дороже. Ну, а скоро будет чем крупнее, тем дороже. Нет, когда уже пойдет ассортимент и ворвется на рынке Одессы Микада. Сколько? 50. Что, плохо слышишь? Давай, откуда у меня? Я же без куртки, елки-палки. Хотя и в куртке нет. Давай деньги. Так, морква 45, если по 15. А почем чеснок? Чеснок 130. А молодой? Ну, это и есть молодой. А, это то же самое, только вы выгнали. А я понял, да. Все, шикардос. Так, лучок надо будет на развес взять. Хотя у нас есть и там и в ресторане, но на базаре что вкуснее. Ох, и рецепт сегодня бахнем. Здравствуйте. Здравствуйте. Щучий котлет. Вот это рыбалка, конечно, Катюша. Ждем еще пару дней и едем опять на рыбалку. Я там пару удочек себе. Только нянечку возьми какую-нибудь, чтобы детей нянчила. Там мне проще, а я буду стоять. Да не, мне проще оператора с собой взять. Оператора? Так оператор и снимает, и за детьми смотрит. Только удочки в руках не держала. Ладно, ты мне зубы не заговаривай. Что, ты хочешь синенького взять? Не, я не хочу. Я понял. Не, не надо в котлеты синенькие. А мы знаешь, как будем сегодня готовить? Как? Сальца добавим. Ну, щука сама по себе вкусная, но суховатая. Я не хочу, чтобы в масле жарили. Сальца да сливочном. Мы его чисто растушим, лучок, и потом через мясорубку ты не поймешь ничего. Губы жиром не заплывут, не переживай, это тебе не... Мне главное, чтобы опа жиром не заплыла, а губы-то такое. Что? Чего так посмотрел? Да посмотрел, что ты этот, гардеробчик твой потихонечку освобождается. И ты еще жалуешься на свою опу. Ага, вчера приносит новые джинсы. Вот такие худые. Я говорю, а что такое? Говорит, а я уже из тех выпадаю, короче. Так что нормально. А вон есть пару... Пару не снимаете? Мы снимаем, мы в поисках. Доброго дня. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Спасибо. А не, я там увидел, пару цибулинок сейчас там возьмем. У вас же сеточками, она... А, не, и у вас, а вижу, бачу, нет, есть. Что, да. А почем пьяничка? Великой сеткой 12-13. 12-13, да? Ну, а так в среднем что, 12-13 картошка, да? 12-13 может торговаться. Да. А ну-ка, я у вас тут пошукаю. А буряк почем? 25 гривен. Ёшкин возьми кот. Возьми маме пару бурячин. Пару буряков, сказали взять. Мама любит вот такие средние, да, блестящие, да, да, да? Да? Давайте. Маме не жалко, мамочки для вас стараемся, так что... Работаем для мамочек. Работаем для мамочек. И желаем крепкого здоровья. Так, что, хватит? Конечно. Все. Ага. Это точно. А вот я вижу у вас пакетик сейчас. А, давайте, давайте так. Сейчас тверденький, блестящий возьмем. Красиво. Нам много не надо. Будем сегодня делать щучьи котлеты.
с вашей цибулей. Ох, получится шикардос. 25, 50. О, я понял, шелуха уже потихонечку яички красить. Ага. Салко, яички. Сколько вы говорите? 150, Катюня. Ничего себе, взял лучка. Да я взял лучшие, елки-палки. А почем цибулька? 60 гривен. Ах, вот тебе откуда цены. Это уже предпасхальные цены начинают расти, или она таки была? Нет, все, что такие. Все такие, а, да? Пасха, это где, конечно. Тю, хорошо, что я приехал вовремя, слышишь? Возьми сейчас себе шелуху, потом не хватит грошей. А почем шелуха? У меня мама весь год собирает шелуху, Сережка, нам не нужна. А, все, отбой, так еще и поторгуем. Давай гроши. Поехали. Все, Катюнечка. До свидания, спасибо огромное, будьте здоровенькие. Обовязково. Все, яблоки берем и поехали на мясо, пока цены не выросли. В прошлый раз вот мы брали что? Какое яблоко? Люголь? Или что? Идем, сейчас поинтересуемся. Здрасте. Здравствуйте. Что? Может, грушу детям возьмешь? Не, я не хочу. Да я не за тебя спрашиваю. Детям говорю, возьми одну большую. Лучше две, да? Угу. А сделайте нам, пожалуйста. Две грушки. Ёшкин ты кот. Что, одна? 1,5 килограмма? Ага, ну, скажите. Кило 240. 160. Могу поучаствовать? Да. Что-то не сильно ты участвуешь, Сережка. Давайте, это мне драгоценность такая. Ох, как хрустит она. Поддержишь телефон? Яблочки не надо. Там на вас посмотришь, все хочется. И Фуджи 35, все, что хочешь, Семеренко. Банановые, елки ты палки. А почем баночка черешни лечебной? Ярко, Артем, почем черешня? Бесценная? 100. Ну, у нас еще баночка осталась, так что... Возьмите еще, запас будет, хорошая черешня. Да скоро свежая пойдет, и что? Не надо пока. Чего не надо? А сколько там сдачи остается? А если я вам 50 добавлю, и вы мне уступите немножечко, как раз мы на эти сдачи мы возьмем баночку, нормально будет? Все, договорились. Там 160 за 90. Хорошо. Все, спасибо. Это же детям, это не нам. Да я вас умоляю. Наверное, давайте. Здравствуйте. Спасибо. О, здравствуйте. Давай, ходим тут, выгуливаемся, да. Все, спасибо огромное, крепкого здоровья. Всем деткам. Катюня уже не влазит. Что, как жизнь молодая? Да так, молодая, слава богу. Да. А что, вы за покупками или просто так? Да вот, жена выбирает. А, я понял. Я свой фильмоскоп дал, и поэтому все нормально. Я тут выбираю. О, здрасте, ёшкин ты кот. Мама дорогая, слышь, какие? Леголь. О, да, все, вот мы легольчик брали. Дайте нам 1,5-2 кило, наверное. Хорошо, давай. Привет, привет. Вот я леголь запомнил. Классные, да, хорошие. Обалденные, сочные, хрустящие, полезные, а что, яблоки. Цветет что-то? Я думаю, что еще с того года не завяло. Ты думаешь? Когда Катюня. Когда приехала с Винниц. А что это? Винницкие цветы. Да, есть черемша. Винницкие цветы, ты подарила ты. И есть даже черемша. Что еще, Катенька? Что, почем яйца домашние? 55. Еще не поползли вверх? Ну, нет, она наоборот падает цена. Слава богу, елки-палки. А скоро же Пасха, она опять поползет. А, курицы понесли, ты что, там цены на яйца, что на бирже вот так вот строчат? Начали нестись куры. Понятно. Начали нестись. То было холодно, сейчас потеплело. Ага. День увеличился. Все, а мне всегда было интересно. День увеличивается, травы сейчас много, жуй не хочу, короче. А цены на мясо растут. Вот с чем связаны? А? Наверное, полив дорогой. За 40 для нас. За 40 для нас. Спасибо огромное. Катюня, почти бесплатно. Давай. Да. Слушай, да дай мне пошелестеть немножко, елки-палки. Все. Да-да. Пока нет, пока сейчас на Херсон, на Николаев туда отправляем сейчас пойти. Сейчас туда отправляем, сейчас там тоже много людей. Там сейчас нужнее, так что. Да, будет время и тут будем. Все, спасибо, спасибо огромное, будьте здоровенькие. Все, сдачу подмутил, можем ехать. Здравствуйте, здрасте. Здравствуйте. Что,
Фундук свежий? Обалденно. Ты что, я думаю, от кого в Одессе пахнет? Ты посмотри. Фу, ай-яй-яй. Ёшкин кот. Катюня? Дожрезать будешь? Вам так же, прошу. Спасибо. Слышишь, а шкура тонкая. Я все время думал, что его надо плоскогубцами долбить. Не, не надо. Оказывается, не руками. Братик, остановись, а то я могу не уйти от тебя сейчас. Ёшкин ты кот. Это же... Давай. Килограммчик. Вот ты сядешь и перечистишь весь его. Ну, я рекомендую настоятельно вот этот подлиннее. Вот все, как ты любишь, делай. Хотите, сделайте. Не-не-не. Давай. А зачем? Ну, бери тот, который тебе рекомендую. Ну, длинненького больше. И парочку этого. Попробуйте. Все. А там поймете, что лучше и что понравится, то сидеть к нам и купите. Главное, чтобы он его почистил всем. Не, хороший, за это не будет. Так дело не в том, что хороший. Дело в том, что он стоит вот там вот годами. Не мешай. Не мешать тебе. Единственное, что попрошу, это открыть, когда он будет, ага. Чтобы он хорошо сохранялся. Можно сделать так, можно его помыть. Водичкой. Помыть, чтобы он подсох. Угу. И себе две конфетницы. Немножко сюда, немножко сюда. Удовольствие себе покушать. Во-первых, и красиво, братик от души. Спасибо, и лайфхак рассказал. Ты что, и таким витамином... Еще одно, прошу прощения. Да-да. Любой орех есть тяжелый для желудка. Ага. Не больше 40-50 грамм чистого ядра в сутки. Я понял. Понятно. Да я как утка, елки-палки, мне пофиг. Мне когда надо ест, я потом со шкарлупой начну лупить, и все будет нормально. Все, спасибо тебе огромное. До свидания. Утка, не стыдно тебе? Цветная капуста. Красивенькую возьми мне. Вот эту. А ты покажи, где здесь некрасивенькая. Ёшкин кот. А рано еще ребенку не, нашему не вводить брокколи? Не рано, но... А почему такая прелесть? Понял. Одолжи. И возьми уже сразу 110. Штучки три перчика. Тебе подлиннее или поярче? Подлиннее. Вот тот? Да. Мощный отборный? Сейчас. Ох, а грибы какие! Какие? Это выставочные варианты, посмотри. Королевский шампиньон. А вешенки, Катенька. Боже мой. Какую цену? Да, даже не знаю. Да, что, почем хоть? Любой? Королевский 150, шампиньон? 135. И вешенка? 160. Походу, вешенка здесь королевская. Так, а вот этот перец красивый, отборный, почем? 160, Катюня. За твои деньги хоть весь забирай. Смотри. Корона. Я хотел смотреть про себя. Огурцы, только с грядки, смотри еще. С цветами. И первые пару дней можем в вазе держать. Угу. А потом можем уже и похрустеть. Что, картошечка молодая вот-вот не за грамме? Скоро. Скоро. Скоро, ну не скоро. Так, есть? Да. Сколько всего? 163. Катюня? Слышь, мне эту фразу уже в Одессе держит, елки-палки. Дай мне гроши, я буду нормально сам рассчитываться. Как мужчина, а не пойми, что, елки-палки. Ай-яй-яй, давай. Все, спасибо огромное, до свидания. Что? Пока, до свидания. Еще и сказали... Парнишка за орех догнал, говорит, ни в коем случае не жарить, не варить его там на гриле, не кувыркать. Вот есть в чистом виде, потому что только там есть витамины. Клубника. Здрасте. Клубник уже 250. Ты шо? Жуй не хочу, елки-палки. Она скоро с бататом сравняется. Почем батат? 150. Блин, цены не падают, но посмотри на эту свежесть. Слышите? Угу. Шокаунчик хороший, херсонский. Ешкин ты кот. Пусть полежит. Ладно, что-то надо тебе? А да. Ты что там уже жуешь? Орешек доедаю. А, я думал, она у тебя клубнику подмотала. Спасибо. Счастливо. До свидания. Блин, и что, ты не хочешь белой цибулинки взять? Ты же уже купил. Да я взял такую. Ну, достаточно на котлету, ладно, то, что надо. Ладно. Здрасте, привет. Я думал, там груши самые красивые, оказывается, у тебя. Посмотри. Ёшкин кот. А вот те какие на солнце. Да покажи, не стесняйся. А клубника ты же, как это? Оператор, стабилизатор. Красиво снимай. Что, ваша клубника тоже уже в цене упала? Наша, что упала? Держится пока.
280. Да тут только за аромат надо 300 держать, елки-палки. Десятку сбрасывать и как раз за 290 аж бегом. Ты точно не хочешь клубнику? Не, она сегодня не хочет клубнику. Не, не могу, лисейка там чуть посыпала его, поэтому не надо провоцировать. Все, вот это ваша подвесная вилковская. Красивая. Это какая вилковская? Маяки здесь, елки. Спасибо. Вилковская селедка, спасибо. У, брюссельская, почем? Марат, у тебя же рецептом за нее созрел. Почем она? Правильно. Хорошая цена, но я уже знаю где. Марат сказал, что у нее есть такой рецепт, что обалдеют все. Лаванда. Смотри, какая красота. Горная лаванда. Сколько лет прошло? Почем она? 200. Катюня? Ага. Что, Сереж? А нарциссы вон да какие? Просто смотри. Катюня говорю. О, нарцисса хочешь, бери. Почем нарцисс? 15 штук. Подарить тебе? Подари мне. Подари мне, подари. Все для тебя. Штучки. А, надо считать? Я думал, у вас там посчитано. А ну-ка, считайте. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. 19. Шикардос. Вот ты себя любишь, слышишь? Такой букет себе подарил. Ла. 285. Нормально. Спасибо. Я потом это вырежу, и как будто бы я ей подарил. Правильно? Давай, давай, давай. Рассчитайся, я буду тебе их дарить. Давай. Спасибо огромное. Оп. И вам. Оператор? А. Снимай, слышишь? Что снимай? Ты снимаешь? Да. Снимай, у меня для тебя есть подарок. Любовь моя, с праздником весны, с наступающей Пасхой. Чтоб ты цела и пахла, и всегда вот выглядела вот так вот. Шикарно. Девочка моя, я думаю, как сюрприз удался? Да. Ты чё, это же цветы. Пошли за салом. Праздничные цветы. Спасибо. Спасибо. Сереженька, ты знаешь, меня даже не смущает поехать самой себе купить. Да? Да. А потому что мне есть чем заниматься еще. Конечно, не конечно. Катался, время на цветы не тратил. Так и живем, елки-палки. Ага, она поехала, купила цветы. Провела время с удовольствием. Да, Сережка Милана понянчил. И приехала такая, понянчил. Именно такая, веселая, на выхлопе. Да? Ух, елки-палки, что? Здравствуйте. Да я увидел, да. 130. Хорошая помада. 15 лучок. Уже пахнет радостью потихонечку. 130. Лучок, редиска 90. Вот тебе весна. Здрасте, как жизнь молодая, Бог в помощь, с праздниками наступающими. Здравствуйте. Стоите, вышиваете? Конечно. Что там, цены еще не поползли вверх перед Пасхой? Нет. Нормально все? Или у вас стабильно зафиксировано? Пока все стабильно. Как в Нацбанке. Все, это шикардос. Хорошо, слава Богу, да. Смотрю, вот только... развлекаюсь каждый вечер вами. Да? Так стараемся, то на рыбалку поехали, то чуть-чуть икру приготовили. Ох, как клевало, там, если надо, я вам место посекаю. Ох, икры. Нет, она наелась. Она наелась. Все для нее, и цветы, и икра. Да. Спасибо вам. Будьте здоровеньки. Хорошего дня. Хорошего настроения, до свиданечка. Куда это всунуть? Мне ваза теперь нужна. У меня тандыр есть там, могу тебе всунуть. Катюня? Я ты хочу не вот хочешь такую... немножечко? Вот знаешь, мы в прошлый раз на барахолке, а мы, по-моему, видео не снимали. Шо? Такую вот, как бочоночек, такой, как на похоже по форме, там на тандыр голубая. Вот то, что я тебе говорил, ночная ваза это? Да. Ну так что ж не взяла? Вот не знаю. Вот я поэтому и как это, и молодец у тебя. Как хорошо бы смотрели желтые цветы в такой голубой ты, если вазе. Если бы так думала, ты бы эту чашку китайскую бы профукала. Не профукала бы. Как бы ты не профукала? Ты пока думала, девочка уже заняла очередь и начала деньги тыкать. А я опередил события и тебе быстренько урвал. Все-таки чашка непростая. Тыкнул раньше девочки. Из нее жены самураев пили, понимаешь? Ага. Так тебе писали комментарии? Да, вон еще нарциссы. Так у меня уже больше денег нет. Так у тебя и на эти не было. Ну ты, я же это вырежу. Ага. Поняла? Угу. Смотри, какие у него. Ого, головешки. Ты бач? А почем ваши нарциссы? Эти 15, эти 10. Угу. Я понял. Можем махнемся? Наши по 20, вам еще и сдача. Все, я понял. Едем дальше. Катюша. Спасибо. Я что хотел сказать. Идем да. Быстрее, там Марат ждет, уже хочет кушать. Так, а что нам? А нам еще готовить. А мы гуляем с тобой по Киевскому, у нас же свидание. Ага. Нет?
Да, да. И сегодня просто гуляем. Ты что ты? У нас всегда с тобой свидание. С утра до вечера проснулись на свидание. И сразу же. А куда мы идем? За салом. Сырым? Конечно же. Что бы сделать? А, Марат, Джан, это у нас с тобой сейчас репетиция будет перед Gefilte Fish. А что, в Gefilte Fish сало идет? Нет. А у нас сегодня просто репетиция. Импровизация. Ой-ой-ой. Что тут показывают? Карп, река, 80 гривен. Здрасте. Так кури. Здрасте. Кури ты, взрослый, тебе уже можно. Салют. Вы с понедельника на базар не ходите. Блин. Сегодня не получалось, потому что мы на рыбалке были, да, то рыбу ели, то щуку жарили, короче, такое. Я уже шашлыком исполнил. Сейчас там скоро и Вилково поедем за свежей. Скажи мне, а ты вот эти свежие цены, это уже предпасхальные ты, или это еще стабильно были еще прошлогодние, да? И что, правда, там на базаре говорят, что ты перед Пасхой не будешь цены поднимать? Даже не будешь? Даже ребята все к нему. Даже опустят. Ты что, ешкин ты кот? Обалдеть. Кролики, индюки, фазаны, все у Сани. Шикардос. Ребята, куры есть. Но сегодня ассортимент у вас то, что доктор прописал. Вчера еще было больше. Еще было больше. А, ну сегодня же понедельник. Сегодня же такое, елки-палки. Да, да, да. Пере этот. Чисто перебиться. А для нас сегодня ничего. Нам надо кусочек сала. В принципе, мы вообще не собирались ничего покупать. Но я уже... Как обычно, оператору деньги потратил. Цветы такие подарил, ты видишь? Согласен, очень красиво. Одни в Одессе, елки-палки. Все, ребята, доброго все, здоровья, до свидания, счастливо. До свидания. А яйца почем? 65. Ну, они-то хоть поднимутся перед Пасхой? А что, это прямо брехня вот это? Говорят, что цены перед Пасхой растут? Наоборот, даже блин, еще все попадает. Развеяли стереотип. Не, мы перед Пасхой непосредственно еще раз заедем и таки сравним, да. Давай, счастливо. Спасибо. Это было как? Что, красивый? Блестящий? Очень красивый, это да. Не Алинин кот, нет? Нет. Но очень красивый. Хотя у него кошка, Фира. Нет, у него кот черный. А, нет, Фира туда, кошка. А Фима это, да. О, лежит, смотри, ждет. Ждешь? Скажи мне, а что там надо, что-то у ребят? Сосиску собаки, например. Не-не, идем туда. Как это? Идем быстренько. Ты что, не видишь, что человек сосиску на мяско хочет? Зайдем. Да ты посмотри, он упитанный волк, елки-палки. Мой хороший, он тебе зажал сосиску. Тут Заза выходит после рубки, выносит ему кусок ноги. Ну то Заза, а то Липован бы сосиску дал. Здравствуйте вам, салют. Спасибо, спасибо от души. Катюня, подержи мне двери. Кто за кем должен ухаживать? Я же с ребенком. У меня же льготы, ешкин ты кот. Что у тебя? Льготы. Убери пальцы с фильмоскопа. Что ты как-то снимаешь? Дверь тебе открывай, давай заезжай. Не стыдно, елки-палки. Цветы мои не поломай. Здрасте. Что, как жизнь молодая? Таких с наступающими можно. Праздниками. Спасибо. Не за горами вас. А что, сала нет? А, вижу, уже не есть. А, и у вас есть сальцо. Ёлки-палки, а почем? По 100 гривен. По 100 гривен? Да. Катюне надо брать, по-любому. А нам сегодня на небольшой, но очень вкусный рецепт. Котлеты ищучие. Да. Ищучие икры, хотел сказать. Мне нету по-богатому. Просто ищуки. Да я думаю, что... Кусочек. Наверное, шматочек вот такой вот, да? А может от этого вот так вот половинку врезать, хорошо. Да? Даже, может, не половинку, я вот так вот помечу аккуратненько. Вот где-то сюда. Фу. Хорошо. Шмаленое, копченое. О, точно хватит. Вам бедное сало. Цены еще не начали на мясо, на сало расти перед Пасхой? Нет. А когда они стартанут? Или в этом году говорят, что не стартанут, так и останутся? Все для людей. Кто не успел, тот опоздал. Да. Все. Ну, мы придем за день до последней недели, поняла? 10. Катюня, расслабься. Как это? 110 ровно у меня почти еще и осталось. Это я и цветы подарил, еще и сдачи остались. Так что на сало как раз. Спасибо огромное. Спасибо. Все, можем выходить? Да подожди тогда, хоть за яйца поинтересуемся. Почем домашние? 70 гривен. 70 гривен на цыплята. Вот это 160 бульоночка. 130. А карачочки, 130. Бройлеры по 130, да. Уточка
170. Ага, а свининка? Свининочка у нас 180, 170. Шикардос. Да. А это что, молодой говяжий барашек или что? Да, не барашек, это антрикотик молочный. Он 220. Говядина сейчас подорожала очень сильно. Что, прямо аж даже цену говорить не будем, ребята? 17, да я вас умоляю, нифига себе. Как баранина. Вот это да. Ты что? Подорожал очень. Ничего. Короче. Вот телятинка из 220. Шикардос. Цари прям красавица, да? Мы будем питаться пока рыбой, потому что рыба чуть-чуть дешевле получается. Или салом. Не, нормально, спасибо за цены. Будьте нам здоровенькие. Спасибо. Погнали до Жени, поздороваемся и поехали. Марат таки ждет. Ты пешком пойдешь? Эй, ты даже молоко брынзу не сказала, почем. Катюня. Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте. А потому что вчера мы не могли, вчера у нас голова болела, елки-палки. Та не, я шучу. Не, мы там готовили что-то, потом вчера был дождь, а сегодня это и таке. Сало кусочек взяли, нам, по идее, кроме цветов и сала, ничего не надо было. И поздоровкаться. Да? Да. Салют, мой друг, здоровенький был. Здравствуйте. Ёшкин кот. Ого, тут у вас прямо изобилие. Та, что у него по-другому бывает? Языки, сердце, печень, короче, и маска Фантомаса. Катюша. Что, Сергуша? Уши примеряешь себе? Та не уши, я... Или хрюндель. На маскарад хотел тебя позвать. Когда-нибудь. Тебя ребенок плачет, маскарад. Это не наш. А, наш. Ёлки ты палки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что, короче, Катюня? Милане на руках, солнышко проснулось. Друзья, от всей души с хорошим настроением для вас сегодня. Покупал сало, покупал любимые цветы, одесский липован. Всех с наступающими. Ну и такие пока-пока. Чао.